Холдинг КСК приступил к строительству нового жилого комплекса на Большой Воробьевской улице в Иванове. Рано утром 13 февраля площадку осветил иеромонах Саввати Ильинского прихода, чтобы всем начинаниям строителей сопутствовал успех, а будущим новоселам жилось в новом доме спокойно и счастливо. Согласно проекту, высота здания составит 19 этажей. В рекордно короткие сроки, чуть больше недели, на выделенном участке земли был вырыт котлован и собран каркас фундамента. Чтобы ускорить темпы, заливку бетонного основания в этот раз осуществляли с помощью сразу двух бетононасосов. К работе были привлечены, без преувеличения, лучшие монтажники. Раньше, если такие брать дома, как по высотности, данные плиты закладывались не менее 2 месяцев. Поэтому вот видите, сроки какие, мы уменьшаем сроки, качество тоже остается. Материалы используем уже более новые. Бетон у нас более крепкий, он тяжелый бетон. И поэтому основание у нас будет усиленное. Местоположение будущего жилого комплекса – целый ряд преимуществ. Во-первых, соседство с крупнейшим в городе рынком продовольственных товаров. В шаговой доступности расположены 33-я школа и детский сад номер 56, что актуально для семей с детьми. В паре минут езды на автомобиле находится спортивный комплекс «Риад». Кроме того, на первом этаже нового дома планируется открыть магазин. Но главная цель – предоставить потенциальным покупателям максимум комфорта по адекватной стоимости. Мы закладываем и индивидуальное отопление, то есть с возможностью подключения как различных систем отопления в дальнейшем. Также будет развито остекление, которое также будет нам позволять избавиться от лишних каких-то затрат на электричество, будет больше света, больше всего самого хорошего. У холдинга есть большой козырь в кармане – наличие замкнутого производственного цикла, когда все работы, проектирование, производство материалов и их монтаж осуществляет одна организация. Все конструкции изготавливаем мы собственными силами в условиях завода КСК. Это и дает нам гарантии того, что продукция будет получена по той реальной стоимости, которая на сегодняшний день сложилась. Без закупок в других регионах по порой завышенным ценам. Как минимум, это реальный способ удержать стоимость квадратного метра в разумных пределах. Сейчас в кризис покупка недвижимости, пожалуй, наиболее верный способ сохранения своих средств. В настоящее время холдинг КСК реализует сразу несколько проектов, каждый из которых по-своему привлекателен. Специалисты компании помогут осуществить мечту. При покупке квартиры вы можете, любой потенциальный покупатель может рассмотреть вопрос использования материнского капитала, военные сертификаты, различные жилищные сертификаты. Поможем рассчитать платежи, которые вы будете ежемесячно выплачивать при использовании ипотеки. Вот, а также дизайнеры, которые есть также в нашем холдинге, помогут вам составить индивидуальную планировку и дизайн квартиры, которую вы хотели бы приобрести. Руководство холдинга КСК говорит, мы уже научились, как работать в кризис. Сейчас комбинат строительных конструкций, проектное и, собственно, строительное подразделение – это единый организм, слаженно идущий к единой цели. Других вариантов, как продолжать строить, мы просто не видим. Это, ну, во-первых, и сохранит рабочие места. Ну, опять же, мы будем строить новые квадратные метры для нашего города. И мы надеемся, что от этого будет только большой положительный эффект. Как на комбинате, так и во всей нашей отрасли, во всех наших предприятиях, которые входят в состав холдинга. Дом возводится путем сборно-монолитного строительства. Данная технология обеспечивает прирост по 3-4 этажа в месяц на одном доме. Суммарно по всем строительным площадкам группа компаний КСК выходит на объем в 6-7 этажей ежемесячно. Холдинг ставит задачу ввести в эксплуатацию новый высотный дом на Большой Воробьевской до конца 2016 года. В
Параллельно группа компаний продолжит возведение жилого комплекса на улице Наумова. Также в планах строительство третьей очереди жилого комплекса на улице Ермака. Покупка жилья для любой семьи является одним из самых приоритетных вопросов. Вот, и поэтому, когда люди приходят к нам, и им удается подобрать жилье и приобрести квартиру, вот квартиру своей мечты, можно так сказать, когда они уходят радостные и довольны, то испытываешь, конечно, гордость за свою работу, за свои труды.